Валерий Юрьевич Петраков, наставник Мамер Тыш. Валерий Юрьевич, поздравляю вас и вашу команду с победой. Прокомментируйте результат, насколько тяжело вам удалось вашей команде или наоборот легко. Какие игры у нас легкие? Это, мне кажется, очень тяжелый матч мы провели, и сегодня сложилось так, что мы удачно вошли в игру и забили первыми. То есть, и, конечно, это во многом такой исход матча уже нам чисто психологически было полегче играть. Где-то в каких-то моментах мы сознательно отдали такую инициативу команде, потому что хорошая команда, хорошо укомплектована, ребята все достаточно быстрые, такие хорошие навыки футбольные. Вот. Есть на что посмотреть. И нашим ребятам достаточно непросто было справляться. То есть мы в каких-то моментах проигрывали и в скорости, и в быстроте. Ну, вот я как и вначале сказал, мы сознательно немножко отдали и сыграли в каких-то моментах вторым номером, но выполняли задачу, то, что мы знали, будут свободные зоны, и активно играли по выходу из обороны в атаку, и достаточно хорошие моменты у нас возникали. И если бы мы еще немножко умело распоряжались мячом, наверное, было бы еще более бы, как вам сказать, поинтереснее. А так мы некоторые моменты спешили и неправильно, как вам сказать, распоряжались мячом, задерживали атаки, когда можно было это все сделать быстрее. Так, ребята молодцы. Ну, наверное, нам сегодня нужнее была победа. А насколько тяжелый был путь к Краснодару? И насколько принципиально была победа над лидером чемпионата? Да вы знаете, здесь никакой принципиаловки нет. Мы достаточно неплохо играли и дома с Краснодаром. Вот, мы проиграли 2-1. Там они также забили два мяча, нам 2-1 закончили. Вот. Здесь я не разделяю там важность побед. 3 очка дают за любую команду, поэтому, как я сказал, нам, чтобы наши задачи поставленные выполнить, нам сейчас любые 3 очка важны. Спасибо, удачи вам в следующих играх. Спасибо, до свидания.